Всем привет, мы в Резекне. Вот тут такое Коуш Везерс. В принципе, в самом центре. Вот там пляж, вейкборд, можно кататься везде. Вот такая вода. Сейчас пойдем на пляж, посмотрим, что там. Да, вот стоянка небольшая. Кто не был в Резекне, вот можно и тут покупаться. Кто там? Есть трос, можно на тросике кататься вот оттуда. Так, есть туалеты, переодевалки. Можно в волейбол играть. Резекне тоже есть где плавать, оказывается. Ну да, волейбол, там мороженое купить, все. Ну ничего, так, ребята, приезжайте в Резекне. Лазилки есть.